Доброго всем дня! Сейчас я вам расскажу о том, по какому принципу работает проект CryptoHands. CryptoHands – это открытая MLM-платформа на смарт-контракте Ethereum. Давайте я нарисую смарт-контракт, такой условный. Смарт-контракт Ethereum. Этот смарт-контракт открыт, код его можно посмотреть на Etherscan'е, и можете его проверить, как он работает. Сейчас я вам расскажу, как работает система. Итак, вы хотите участвовать в системе, для этого вам необходимо купить первый уровень, который стоит 0.05 эфира. Для этого вы отправляете 0.05 эфира со своего кошелька на смарт-контракт Ethereum, и после этого вы регистрируетесь в системе. Вот вы. В тот момент, когда вы отправляете 0.05 эфира на смарт-контракт, в этот же момент смарт-контракт эфириума передает эти деньги вашему апланеру. Ваш апланер – это тот человек, который пригласил вас в систему. То есть вы являетесь его рефералом, а он является вашим апланером. Когда вы купили первый уровень, теперь вы можете пригласить трех человек, ваших трех рефералов. Вот один. 2, 3. Каждый из этих приглашенных вами людей отправляет для того, чтобы купить первый уровень, деньги на смарт-контракт, и эти деньги возвращаются вам. Соответственно, с первого человека, который под вами зарегистрировался, вы получаете обратно свои 0.05 эфира, которые вы вложили в момент покупки первого уровня. Второй и третий человек, когда покупают первый уровень, это ваша уже прибыль. Да? Соответственно, у вас будет в сумме 0.15 ЕТХ. Далее, эти ваши рефералы могут приглашать еще по 3 реферала, каждый из них. Давайте я вам нарисую. Четвертый, пятый. Шестой, и здесь еще 3. 7, 8 и 9. Эти рефералы, когда регистрируются в системе, покупают первый уровень уже у вашего реферала. Таким образом зарабатывают ваши рефералы. Но если этот человек захочет купить второй уровень, который стоит уже 0.15 эфира, то он купит его уже у вас. Он купит его не здесь, он купит его у вас. Соответственно, все вот эти 9 рефералов, если вдруг захотят купить второй уровень, они каждый купит его у вас. То есть они будут переводить деньги на смарт-контракт, и смарт-контракт будет автоматически перейти их вам. Вот сами посчитайте, 9 умножить на 0.15, это будет 1.35 эфира. Вот уже неплохой такой заработок, да, идет. Но для этого у вас должен быть куплен второй уровень у самого, чтобы они могли купить его у вас. Дальше, представим ситуацию дальше. А вот эти рефералы приводят еще рефералов, да? Так вот, этот реферал будет покупать, значит, через смарт-контракт первый уровень у этого человека, через смарт-контракт второй уровень он будет покупать у этого человека, а третий уровень он будет покупать уже у вас. Понятно, да, как это работает? Третий уровень уже стоит 0.45 эфира. И тут уже будет, соответственно, не 9 человек, а 27. То есть 27 человек, если здесь будет. И если будут они покупать третий уровень, то они вам заплатят по 0.45 эфира. То есть это уже такие вполне серьезные деньги. Вот. И так дальше система может развиваться. Вот, соответственно, давайте я вам еще раз расскажу. То есть работает это таким образом. Ваш реферал покупает у вас первый уровень. Реферал под ним покупает у вас второй уровень, и реферал под ним покупает у вас третий уровень, и так далее. Вот. Соответственно, вот если вы по реферальной ссылке приглашаете много людей, то они все выстраиваются под вами. То есть, если люди регистрируются по вашей ссылке, то они автоматически заполняются именно вот так вот, поочередно. И если вы пригласили достаточно много людей в систему, то вы будете зарабатывать уже очень приличные деньги на том, что вот эти люди ниже будут покупать у вас второй, третий, четвертый, пятый и так далее уровни, когда они до этого дойдут. Ваши же вложения на первоначальном этапе составляют всего лишь 0.05 эфира. Это не такая уж большая сумма,
И если вы умеете действительно привлекать людей, может быть, вы там, например, блогер какой-то, или, может быть, вы, например, просто друзей у вас много, знакомых, или вы хороший предприниматель, то вы можете выстроить достаточно большую структуру, которая будет приносить вам доход. Более того, система, по сути, вечна, да, то есть она через год, ваш уровень заканчивает действие, да, то есть вы покупаете его на год, но вы, если захотите, если у вас дела идут успешно, всегда вы можете продлить еще раз. Вот. Напомню, что смарт-контракт Ethereum, код открыт, он достаточно прозрачный. Что самое еще интересное в CryptoHands, да, то, что CryptoHands не берет вообще никаких комиссий. Вы можете сами посмотреть, что на смарт-контракте нет никаких средств. Смарт-контракт просто является как бы оператором, да, оператором построения платежей. Да, то есть он просто принимает средства и автоматически сразу же их переводит. Можете посмотреть, транзакции открыты, все видны. Таким вот образом работает CryptoHands. Это первая вообще открытая такая MLM-система без комиссий. Участвуйте, привлекайте людей, зарабатывайте. Всем удачи. Всем пока.